Я отвечал 27-й, там что 26-й сегодня. Вот брали рыбу. Порвался. Мотня порвалась. Ну, по-твоему, сколько рыба из мотни выпало в озеро обратно? Как, Сергей? Процентов 15. А? Процентов 10-15. Нет, килограмм. Ушла туда. А? Которую упустили. Да? Которую упустили, порвалось, хлынуло. Сколько, думаешь, ушло? Килограмма 3-5, может быть. Сколько? Килограмма 3, может быть, 5. Да ты что? А я считал больше. Может, больше. Я... Ну ладно, тогда. 3-5, так это даже считать не надо. А я считал больше. Вот сюда? Да-да-да, говорю. Хотя он там хлынул, так и вот. Ну, ведро вот. Главное, как черпать? Через прорыв. Все. В мотне. Мотню надо укреплять. Я знаю, как укрепляется она. Вы думаете, как ее теперь сохранить или что? Полная фляга, и там ванна набирается. Вторая тут лежит. Ну, сентера полтора свободно тут есть. Ее, благовестие. Надо на Благовестие ехать, а рыбу давать, и все, и Евангелие. Готовьтесь. Куда? Что ее? Давай. Ужас, ужас. Куда ее девать? Все. Да. Подожди, 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 он еще не положил. Зачем льешь зря? Ну интересно как. Вот положит когда все, тогда на всех польется, а ты льешь на трех карасей. И уже промылись. Вон какие большие сегодня караси. Это не мальки. Все. Ты поехал? Сюда надо тоже воды добавлять. Как ты снизишь, выбирай сюда. Здесь слишком много. Караси никогда так чистые не были, как сейчас. А? Я говорю, караси никогда чистые такие не были. Говорю, промываем, промываем их. Ну вот это, что может быть, то, что мотня плавала. Это тоже имеет значение. Говоришь, ты что, раньше грязнее были они? Да нет, вообще. Ну ладно. Надо, значит, что-то такое придумать, на что вытаскивать, чтобы не по грязи. А на что вытаскивать? Ну вот надо подумать. Какой-нибудь лист какой-то, я не знаю, такой, чтобы не порвать сеть. Ну придумайте, пожалуйста. Вон я видел, там плащ висит такой, он скользкий. Ему ничего не доспеется. Сегодня я видел, там висит. Пупков, твой плащ был? А? Да он здесь. А, ну да. Это... Ну ты его себе положи, так это здорово. Я его не дам. А вот бывает это, плексиглаз или что ты называешь, вот из чего теплицы делают? Карбонат. Поликарбонат. Ну вот карбонат, этот берег всех карбонатом покрыть. Это выбросить. Ну ладно тогда. Ну сегодня 26-й, оказывается, не 27-й июля. Фляга 36 килограмм гальяна, 36 карасей. Ну то больше фляги. Тут 40 будет ванны. И ведро 13,5 килограмм. Числа вес 15 вместе с старой. Ну, в прошлый раз замерили, теперь мы знаем, что есть. 36 за 36, 72. 72 до 40. Примерно тут 40. Положи, положи дощечку, это припри. Все, наливай. 72 и 40. Это получается 112. 125. Большим количеством. Вылетел карась. Ну вот так. Вот узнали, сколько рыбы? 125 килограмм. Где? А? Где 125? Всего. Здесь? Ну вот.
36,5 фляга. Я считаю 40 в этой ванне. Примерно мы его не вешали. А можно проверить будет по фляге или по ведру. Сколько ведра? Ведро 13,5. 3 ведра тут будет. Слишком. Ну что, выбирать надо? Похоже, дело не промыть. Он грязь подбирает, выбрасывает ему. Как раз посильно это. Потом вспоминать будет. Скажет, я учился вот здесь. Мотня вся разорвалась. Примерно 90 сантиметров по окружности. Надо заново будет зашивать, как делать. Ну еще, хлопцы, пошел я тогда. Богом. Благодарю Бога. Поехали когда? Отец Аким, благословились у него, батюшка. Никогда не пренебрегайте священническим благословением. Входить в воду, уже в воде один стоял. Да двое уже. Опять помолились. Дай, Господи, нам рыбы. Вот, пожалуйста. Да. Необычно. Никогда постолько никогда не ловили в Потеряевке. Это все желтый карась. Если поймали ведро или полведра, это был шок. Тут нет. А тут вот так Господь дает. Притом вот этого ложка, шлюзом называется, его не было. То есть сухо было. Маленько там вначале что-то было. А батюшка даже этого не помнит. Ну все. Я вот что предлагаю. Иди туда, глянем по окну. Он нагрудил выше, я попросил убрать. Оно получается как камень, примерно так. Ну, тут у нас стена, а там все есть. Ну, уже именно доски брать. И она по длине примерно такая и будет. А там, где пойдет дальше, там камень. Или даже еще продлить на камень, чтобы падало. Отсюда это убрать. На уровне камня мы поставим днище. Такое же, как всегда делаем-то. А перед тем, как ему входить в это дело, там мы все это... делали, забивали там шерстью и все, чтобы под него не шло. Делать так, нам не удержать ее. Она идет очень сильно. И вот такое сделать на сколько у нас? На 5, на 6 досок. Примерно делать тут надо широко. Как вот сделано. Ну где там? На Храмовом. Он работает. Пошел я там бульдозер, его отсюда видать даже. Бульдозерист хороший Алексей Лаврентьевич. Вон видно его. Смотри, сейчас передвигается как. Медленно. По дереву. В дерево вползает. Еще скажу, только сразу все делает. Он начал сегодня попозже маленько, потому что сварочными работами занимался. Но я ему место работы запишу, так подумал. Потому что очень добросовестно работает. И все. Ну все, давайте развешивайте, чтобы все там было. Вот наша рыбалка, рыбаки. 125 килограмм. Ну это не один, там мы еще на отрожке брали. Сколько-то тут прорвалось. Мы от нее. Все. Интересно будет на машину, если смотреть, то там можно увидеть бульдозер. Вот он идет. Видишь, движется, видно, задвижется. Все, отошел.